Итак, со здоровым. Так, продолжаем. Сегодня посмотрим Timeline 2, да? Вот. В чем, в общем-то, прикол. Мод является прямым продолжением первой части, да, собственно. И причем она намного больше, чем первая часть. То есть здесь у нас где-то 40 с лишним карт. То есть это достаточно так... До хрена, я бы сказал. Это точно до хрена. В третьей части вообще, по-моему, карт под полтинник, и причем они остались такими же большими, да, то есть как в первой части, помните, какие они там были? В первой части они, конечно, не очень большие были, но все равно были такие достаточно, ну, как вам сказать, долгими, что ли. Но мод был достаточно большой, то есть, к прохождению. Здесь он еще больше. Вот. В принципе, в чем сюжет? В первой части я, в принципе, ее так и не доснимал. И не собирался... Мы уничтожили ядерное оружие фашистов, да, вот, тем самым мы исправили историю на, ну, на добрую сторону, так скажем, да, то есть повернули историю в добрую сторону, так скажем, да, для нас, а не для фашиков. Но, тем не менее, фашисты проникли в параллельный мир Ксены, и потом через этот же Ксен как-то смогли попасть в этот же параллельный мир, что-то там поменять, короче, тот и сё. В общем, такой вот как-то сюжет. Такой вот сюжет. То, что в Ксене какой-то ледниковый период, это что-то почитал, вообще что-то так и не понял, что происходит, если честно. Ну, видите, параллель универса, Ксен. Маленький конфликт к Ксене. Вот, туда отправляйтесь. Вашего двойника там грохнули, все дела. Вот так вот. Почитал рецензию на CT17, в принципе, там пишет то, что мод многообещающий, так. Ух ты, мой, ничего так вообще. Супер. Выглядит прикольно. Короче говоря, почитал рецензию, и многообещающий, конечно, мод. Из себя представляет очень многообещающий. Ну давай, погнали, все. Чужие что-то там в мире. Параллельные миры. Мы тебя отправляем на время в то время. На время в то время. Ну, в то время, в тот мир. Ну все, погнали уже, ё-моё. Как это мило. Судя по всему, на этом мы переместились в параллельный мир. На этом тракторе. Да. Ну, давай, ну давай уже, блин. Все, отлично, наконец-то погнали. Партия первая. Какая-то цитатка. Вот, в принципе, отсюда мы появились. Ух ты. Ух ты, мамочки, что здесь с настройками-то, а? А, я же не настраивал. Так, ребят, буквально 5 секунд. Так. Ну, все, excellent, погнали. Excellent. Ух ты, мать твою. А чё, мы чё, без костюма, что ли? Бэкмеза. Ну, отлично. Так. Чувствуется мне, мы должны были получить какой-то костюм. Только что-то ни хрена мы его не получили, а я прям в озеро. Оп. А ни один кусок не долетел, какая жалость. Так. Ну, походу, сюда. А! Я понимаю, у нас опять несколько ходов, а не, нифига. А что ж такое? Сейчас опять какой-нибудь мразь выпрыгнет, смотрите. А, не, нифига. Так, ну здесь-то можно в воду приземлиться? Отлично. Короче говоря, как вы поняли, этот мод вполне может конкурировать с такими модами, как BlueShift, Opsing Force, потому что он действительно такой большой. Причем, ну... Капец, какой большой. Он реально большой.
Так. Что за она? О, понятно. Поехали. Давай, поехали. Побежали. Ха, ты теперь там хиткрап сидел, меня не заметил. У меня где-то осталось хп 70, наверное, ну 60. Потому что я помню, как в первой части нам быстро снимали хп, тут так, реализм достаточно такой большой был, да? То есть там, по-моему, один выстрел из дробовика в меня как-то снимал хп 30, по-моему, с костюмом и с броней полной, да? А, не, с броней он снимал 25 хп. Без брони, по-моему, 31 с чем-то. То есть, ну, такой урон дикий был, конечно. Так что хрен знает, сколько там чего осталось. Нажали. Hello! Есть где костюм? Пум-пум-пум. Костюм? Костюм, отлично. Ага, может его взорвать? А, ну да. Это же классика. Ну, блин. Я оружие поменять не могу, факинг. Что они тут натворили? Так. Голосовая связь. Смена оружия, ё-моё. Ага, всё. На кавычки аж поставили. Мамочки, обалдеть. Что только не придумают. Да ёптель-моптель. Сейчас я достану, взорвётся, да? Супер. Зато я понял, как ее открыть. Ну, валим, убегаем, че. Ага, excellent. Прекрасно. Да, у нас 70 хп. В принципе, я угадал. Ну че, начинаем свое приключение. Естественно, полностью этот мод проходить не буду на камеру, ну, потому что ужасно долгий. Какая-то антенка. Кто-то смотрит. Местные обитатели. Бабац. Спасибо, дамочка, спасибо. Блин, капец, они еще и мрут, какой-то обалдеть вообще. Ах ты засранец, стой. Так, где гранаты? Что здесь надо делать? Так, вроде антенну разбивать нам не нужно, да? Ну, ладно, разберемся. Блин. Так, скорее всего, нам нужно идти обратно в вагонетку, там нажать какую-то левую кнопку, ту, которая нажимается, и... Дальше хзм. Хзм. А, ну либо сюда. А, не, здесь мы были. Да, что-то оверрайд какой-то. Короче, судя по всему, нам назад. Может быть, а может и нет. Да, все верно. Полетели. А можно выйти, да? Меня сейчас задавит. Что такое? Что за говно на моем пути встало, а? Блин. А, понятно, нужно отъехать. Блин, туда поехал-то. О, стой. Медленнее. И бинго. Все. И стой ты, господи. Что-то вся база раздолбана. Пипец, что здесь вообще произошло, непонятно. Зараза.
Ух ты. Ничего себе. Ту-дум. Вау. А можно ее запустить? Кстати, такая ракета какая-то толстая слишком, я не знаю. Офигеть, а что еще такое? Что такие громадные помещения, прям пипец. Ой, мамочки! Обосраться можно, охренеть просто, а? Так, все по идее, да? Что я сделал? Так, все, по идее, мы все нажали, отлично. Energy One. Так, интересно, а что если я в эту ссанину упаду? Ничего не будет? Ух ты. Радиоактивная ссанина, в нее уж не падает, ну вон. Так, ну я, в принципе, пока ни разу не видел здесь солдатов. Интересно, у них скины такие же остались или нет? Офигеть, а? Какая большая постройка, прям пипец. Там еще одна дверь какая-то. Так, мы, по-моему, вышли отсюда, да? Посмотрим, что у нас здесь. Походу, что-то еще сейчас надо будет включить. А, ну да. Так, ну здесь у нас вроде ничего такого нету. Не терминал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, показался. Не терминал, ничего, так что нам наверх. Наверх. Давай, побежали. Че, все? То я фиг знает, может здесь на время все. Ну, ну отлично. Вертеться ничего, тоже хорошо. А вот это не хорошо, нифига. Хья! Стой, сволочь! Так. Так, ну по идее все. Энергия готова, да? Да, нам сюда. Вот это все надо было делать только ради того, чтобы отодвинуть какую-то тележку, а? Пипец. Ой, бля, пипец. А. Ну, отлично. Стоять. Что такое только что было? Ё-моё. О, прикольно. Чё за фигня? А, супер, просто супер. Зачем такое сделали, интересно? Ну ладно, фиг с ним. Покатылись. Покатылись. Ну, конечно, так ничего особенного, да? Раз. Сука, промахнулся. Похрен, поехали дальше. Так, отъедем давайте. Блять, ты куда поехал? Все, приехали. О, чувак, привет. Хм.
Так, нам сюда? Походу нет. Ух ты. Так, ага, лестница есть. Угу. Базара нет. Вот, собственно, вопрос. Что опять делать? Стекло расхерачить вроде нельзя. Дальше пройти тоже нифига нельзя. Слышите, да? Слышите. О! Блин, давай быстрее, мерзну, холодно. А-а-а! Яйца отморозил все. А, давай. Давай, родненький. Сохраним наши яйца. Отлично. Дошли, дошли. Ух ты, мамочки, куда забрался-то? О, прикольно. Красные бочки, это круто. Так, что-то какие-то они левые. Почему они такие левые, это не помню. Они не правые, еще за блин. И взорвать, по идее. Можно, был бы. Ну-ка. Да что ж такое? Мана, что, может наехать на эту штуку, что ли? Ага, нифига. Нифига, нельзя. Я думал, неужели такую штуку реализовали, то что бочка может наехать на вот эту фигню. Я думал, мамочки. Че эти мододелы только не творят? А выйди ты отсюда, боже мой, сколько... Столкаем по всей карте их. Не, нифига, жаль. Но, осторожней. Тьфе. Так, у нас где-то Alien Grant здесь. Ух ты. Он сдох, нет? Походу дела нет. Ну, давай, чувак. Я знаю, можно тут поползти. По-любому можно, нет, нельзя. Странно. А ну сдох, я козлина, а ничего. Что такая тишина, что в первой части, что во второй, абсолютно тишина в игре. То есть ни амбиентов никаких на карте, хотя в принципе, зачем они здесь нужны? Ой, бля. Сделали. В первой части, кстати говоря, очень сильно была нехватка оружия. А, нет, стоп, это не... Так, это я перепутал с билдом 2046. Что-то я помню, в первой части было с чем-то... А, с аптечками, да, там с аптечками была нехватка. Там постоянно бегал то с 5 хп, то с 10, с 20, то есть такой там был постоянно. COD. Storage. А чё, вертолетная площадка что такая маленькая?
пипец. Че это такое вообще? Нам сюда. Бля, я сейчас сдохну, я отвечаю. А если бы у меня осталось 10 хп? Я бы сейчас сдох. Да ладно, вы че? Ёб твою мать, вы че издеваетесь, что ли? И причем пришел же на то же. Пришел на то же место, да? А че толку-то, я не пойму. Странно, вообще зачем сюда подошел? Может мне и не сюда вовсе надо? Че за. Ой, блин, ребята. А, все. О. Экскаватор. Трактор. Ничего себе. Я ж подумал, вообще дверь выбит и. Прикольно. Высокая немецкая башня, а может и немецкая. Хотя, в принципе, здесь свастики нет, так что, по идее, это база не фашистов. Это здесь обитали кто-то другие, а не фашисты. Сколько вас здесь, а? Ой. Гранатку уронил. Почти они бегают, на меня им вообще пофиг. В принципе, это хорошо, конечно. У меня здоровье, что-то вообще прям ничего. Что это такое у нас? О! О, бля! Ох ты, мать твою! Пойдите в пень! Какой кошмар. Да! Убегаем. Блин, такие твари, посмотрите, у меня было 28 хп, ё-моё. Два укуса, это срань, и... Я умер. Как так-то, а? Так, лаборатория. Повыше. Бля. Да что ж такое? Че так тормозит-то, а? Так, ну понятно. Кому дает? Свинки. Че это такое? А, слушайте, это случайно не... Этот как его? Не схема всей базы, которая здесь находится, просто очень похоже. Вот это антенна, вот это место, где мы находимся сейчас. Какая-то коробка, я не знаю, что это такое. Потом еще одна антенна. Прикольно. Эй, сделано прикольно. Так. Надо что-то нажать. Че, не надо? Надо ничего нажимать? О, надо. Суки. Давай назад. Так, ну по идее я поискал, здесь кнопок нигде нету. Так что... Погнали назад. Йоу. О, здесь мы точно не были. Ух ты, мамочки. Я смотрю, здесь достаточно дохрена. Блин. Ай, больно, суки. Суки. Все хп сняли, твари. Я теперь бомж, причем больной бомж.
Ну. Че это такое? Типа душевая, что ли? Или это писсуар такой? Встаешь на всю стену, сышь, потом, я не знаю. Ну ладно, фиг знает, что это такое. Птичка. Че такие ящики кривые вообще, класс. Понимаем. Кабинет переговоров, так называемый, да? Ну, давайте в женский туалет зайдем. Ну, в принципе, то же самое. Писсуара здесь такого нету. Че-че-че? Британская империя, Русская империя, Японская империя. Джапанесса. Это, по-моему... По-моему, да, это японцы. А где фашисты? Где фашики, мать вашу? Чё-то кровища куча. А главное непонятно, что здесь делать надо. Вообще ничего не понятно. Ты чё-то по всему зданию бегаешь, чё ты ищешь? Офигеваешь. Психлатейшн, ё-моё, психлатейшн. Короче, репозиция отсюда нам также не сюда. Какая ее моя жалость. А куда нам вообще, не пойму? Так, здесь мы были, да? Бля. А. Я хочу вызвать лифт. А лифт не работает, твари вонючие. Так, откуда мы пришли? Здесь я не помню, были мы, не были. Судя по всему, не были. Ой, на! Пидоры вонючие, развлекайтесь. Они с ними вообще воюют, нет? Такой щик, как будто они за них. Вот эти мужики. Пидорасы, они даже не нападают на них. Супер, просто супер. Посмотрите на это, у меня 20 хп осталось. 22, ладно. О, они еще на меня нападают. Я тебя родил, я тебя и убью. Бля, ну как мне их убивать-то, я не пойму. Павки позорные. У меня даже патронов на них не хватит. А, смотрите-ка чё. Сдох. Говнюк. Ебать, там еще один. У меня аж игра зависла. Бля. Перед нами очень интересная ситуация. Пипец, я ему в лицо из пистолета попадаю, ему вообще пофиг. Я тебе все пушки отстреляю, пей. Говнюк. Так, ну по сути они все воушные. Смотрите. Фига. Вот теперь ты точно воушная, смотрите, смотрите. Отвечаю, смотрите. Так подходишь, так. Опа! Они там друг друга обстреливают, походу. Один сдох. Второй сдох. Все, отлично. Фух, это была тяжелая битва. Очень тяжелая. Потная. Потная катка, так скажем. Че я там говорил? Не хватает. А. Вспомнил, да. Так. Блин, можно их разбить, что ли? Блин, ну чувак. А, все, отлично. Вот они, патрончики, вот они. Как я, по-моему, скучал. Так, все, конечно, прикольно, только зачем его подвинули? Вообще не понимаю. И еще я теперь не понимаю, как нам попасть наверх.
Ё-моё, а как мне на них наверх попасть? Бля, что за бред? Зачем я эту парашу отодвинул? Не знает, нет? А, вон там лестница. И, в принципе, и там лестница находится. Не, прикольно, конечно, прикольно, вот только не пойму, зачем я отодвинул. Хрень какая-то, ребят, пошлите дальше. Приключение в какой-то башне, я не знаю. Ту-т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 у. Что у нас здесь? Так, здесь у нас, по-моему, мы были уже, да. Значит, нам выше. Так, у нас здесь только одна комната, да? Здесь мы тоже были. И наверху мы тоже были. Вопрос, что теперь делать-то? Куда я попал? Нажмем эту вонючую кнопку. Где она здесь? И она не сработает. Сука такая, а? Что здесь делать-то, а? Ребят, я в потерянности. Я не знаю, что здесь делать. Давайте скинемся. У-ху! Ох ты, ёб твою мать. Давайте еще раз. О. О. Что за бред? Понятно. Воу! Воу! Что здесь делать? Я вообще не пойму. Я все кнопки перенажимал, а толку вообще никакого, в принципе, да? Ё-моё. Искупались, помылись. Hello! Есть тоже живой! Я чё, мать вашу, один, что ли? Здесь. Так, здесь у нас дырки никакой нету. Там что-то какая-то дверь была, что ли, наверху, я не помню. Во, вот это что такое? А, слушайте. Хрен знает. Говно какое-то. Пошлите назад. Я вообще не знаю, что сделать. Что, если честно, мод вообще ни о чем. Непонятно, что сделать. Тунц, 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 тунц. Хм. Так, а мы внизу были? Да, были. Итога ноль. Что же дальше нам делать, ребята? Бля, зачем я это нажал? Ладно, короче говоря, народ, я что-то как-то заебался, если честно, здесь бегать туда-сюда. Давайте-ка я с помощью консоли какую-нибудь карту другую врублю, хоть посмотрю, что дальше, потому что неохота бегать туда-сюда. Так, погнали. Так, что у нас здесь? Айс 06, там карта вся запакована. Ага, понятно. Честно. Так, давайте вот так вот сделаем. Айс 07. Чисто эту карту пропустим, да? Так, и где мы появляемся? Что за говно? А, понятно все. Просто неохота туда-сюда бегать, если честно. Итак, где мы вообще появились-то, не пойму. Да. Так скажем, неудачным
Погнали лучше на Ice 08. Я, наоборот, извиняюсь, я редко прибегаю к таким манипуляциям, но, честно говоря, просто мне все это так достало, если честно. Бать, что за хрень? А, типа, монатуры ракеты полетели, что ли? Слушайте, круто. Охренеть. Пипец. Мы летим к фашистам. Знаете, это похоже на этот, как его? Как его называют-то, блин? Quake 4. Там тоже такие капсулы были, помните, да? Прикольно. Только здесь, по сути, это как корабль сделано. Так, куда вы прилетели-то хоть? Ха. На базу фаши... Ух ты, чё за... Ух, ничего себе. Это из-за чего меня так? Ну давай, блин, открывай эту фигню. А еще главное, как ты не так встанешь, да, и все тебе там... Дамажит так, нехило. Чё так? Смотрите, как сделан. Теперь так скайбокс вертится, да? Вместо нас. Ха. Пипец придумали, конечно, молодцы. Аэрлок. Все? А, воздух, понятно. Все, заебись, воздух есть. Welcome to Space Base. Так, надо костюм себе забабахать. Только я не помню как. Просто сделаем так и все. Так, на чем здесь остановились? Вроде никого нету. Давайте-ка его револьвер напоследок бам-бамс. Прямо в прессак. Так. Что, такая дверь, что ли? Ага. Хм. Так вот, нифига. А, ну вот это уже более-менее похоже на Аксен. Офигеть. Меня чуть не сожрали, а. А, языки-то у них тянутся. Интересно, какова максимальная длина у этих тварей? Вот насколько у них вообще максимально может растягиваться язык? Смотрите, они сейчас до сюда достанут. Нет, не достанут. Да ладно, все что ли? Да, походу, ребята, все. Это максимально, до сколько они, скольки могут они достать. Суки, они достают! Это просто текстура не прорисовывается. Видите, смотрите. Ах вы твари, а. Пипец, а. Их даже движок не тянет. Иди в жопу. Сейчас кучка мяса повалится всякое. Так, о, понятно. О-о, что тут за месиво произошло? Да-да-да, на. Капец, ну и месиво. Мне по морде надавал. Не, сделаем, конечно, оригинально. С таким, типа, полетом в космос. А,
Надо уклоняться. Тварь вонючая. А ты задолбал. Блин. Что здесь за кнопки? Ну, вообще, конечно, я ни разу еще не видел солдат. То есть вообще нигде абсолютно. Я видел только вот этих вот мразей. Этих хиткрабов, свинок. Этих холундай, да? Артигон-то людей не видел вообще. Чё-то странно как-то. У нас теперь в роли фашистов здесь эти же выступают. Чужие? Вообще что-то свалится. Так, понятно. Слушайте, сделали зачет-то вообще прям. Круто, а? Ищи. Короче говоря, какой-то стихой его разбиваешь, да, там воздух. Да, нет. Да, походу. Там типа открытый воздух, все дела. Разбиваешь стекло и пипец. Суки такие, а? Боже мой, что я сделал? Блин. Гребаная дверь. Так, ребята, не двигайтесь ни в коем случае. Один промах и... Ну, всем хана. Бум! Хм, прикольно. Так, погнали дальше. Давайте попробуем вот так сделать. Хотя бы... Чуть все скрипит, а прям так это... Страшно, что сейчас все это упадет нафиг. И мы умрем! Смотрите, какой бессмертный. А, не. Это вообще получится, короче говоря, его разбить, да? Это не стекло, а трупак распигачить. На мясо. Вообще, конечно, что мне в этом моде капец как не нравится, тут здесь так все запутано, блин. Просто по одним этим же местам, туда-сюда, по 10 раз мотаешься. Это большой минус. Я, конечно, понимаю, там, типа, там, нелинейность, да, туда-сюда мотаешься, там, кто-то сюда, но все равно, блин. Как-то слишком муторно все это, если честно. Вообще не понятно, куда идти, что делать. Походу автор этого мода. А это что такое? Какой-то кусок металла. Мясо, мясо! Так, сейчас у нас будут друзья. О, мамочки, сколько у нас. Охренеть, просто обосраться. А 100 хп был, ребят. А, ну, 160. Так, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Такой вот штурм. Что у нас дальше? Что такое? Хм-хм-хм.
спортивный, да? И так и ждешь, чтобы прыгнуть, да, чтобы прыгнуть. О, ты зараза, а? Это что, лава? Оу! Не бейте, не бейте их! Ты отсюда не выберешься. Да ты дохуй так-то уже, чувак. А, нет, там один живой стоит. На! На! Ох ты, ёб твою мать. Чё париться? Блин, чё с этой базы произошло, а? Чё-то всё в этой паутине какой-то. Ребята, вы как? Ты я как? Я мог подумать, что ты до сих пор жив. Да, действительно. Опс, назад. По идее, эти мушки должны атаковать этих ребят. Они, зараза, не атакуют, нифига. Засранцы такие, блин. Ну, смотрите, видите, посмотрите. А, они атакуют. У меня атакует засранец такой, а не его. Вот тварь. И все? Больше никого нет? Так, а что у нас такое? Земля и Луна? Russian Imperia. Смотрите, видите, этот, автор этого мод ненавидит Россию. Они готовятся к атаке. К штурму России. Русская империя, Японская империя, Британская империя, офигеть. О, понятно. Я думал, это типа портал, нам типа туда надо. Фиг там. Ну, дизайн, конечно, прикольный такой у этих карт. Которая типа бывшая лаборатория Букмеза, да? Которую это захватили. Ксеновцы эти. Так, прикольно, конечно, все выглядит. О, радио какое-то, ё-моё. Блин. Ту-ту-тун. Ту-ту-ту-ту-тун. Так. Кто бы мог подумать? Так. Что-то надо здесь врубить. А вот что? А, нет, надо вниз. Давайте. О-хо! А, походу, чистый космос. Надо что-то сделать здесь, ребята. Ну, главное, что сделать, ни хрена непонятно. Так, регулируем мощность. Ну давай, блин. Хоть что-нибудь произойдет, нет? Ой, кошмар какой-то, вообще не понятно, что там будет делать. Что-то на все подряд бегаешь, нажимаешь, ничего нифига не происходит. Так, мужик, пойдем со мной. Нам нужно нажать какую-то волшебную кнопку. А может и не нужно, не знаю. Скорее всего, не нужно. Он сейчас просто-напросто не нажмет. Хотя, видите, нормально спускается. Ну, сейчас посмотрим. Я должен остаться. Давай, двигай жопой, да. Чувак, пожалуйста, я тебя умоляю. Давай. Давай. Регулируй тут радио это гребаное. А, смотрите, да, я угадал. Тунс. Ложись! Ёб твою мать, а! Нет! Они убили его. О, господи. Как вы заебали, а? Ребята, капец. Боже мой, сколько вас здесь? Обосраться можно. Посмотрите на это чудо. Он ведь меня не видит, да? Дебил. Да.
Ой. Но. Ах ты зараза. О, блин. Так, что, собственно, происходит? А, нам надо валить отсюда, я еще только-только догнал, да. Валим отсюда, ребята. Блять. Убегаем. Все. Покидаем это проклятое место. Ну вот и все. Так, сейчас, по идее, будет партия 3. Лондон Келлинг. Звонок из Лондона, я так понимаю, да? Ледниковый период приближается. Что-то солнце и энергия остановилась. В общем, короче говоря, солнечная энергия остановилась. Ебать, нас сейчас... Охренеть. Слушайте, круто сделали. Пипец вообще. Блин, что такое не придумают, а? Не, слушайте, сделано, конечно, зачет так очень оригинально, конечно. Оригинальность как-никак в этом моде прям так нормально присутствует, я бы сказал. Круто вообще. Реально круто. Не, хороший мод, только, в принципе, блин, он какой-то замученный уж слишком, я не знаю. Туда-сюда бегаешь по 10 раз. Ладно, ребят, давайте, пожалуй, закончим, да? Я думаю, уже как минимум минут 40 я точно не снимал, так что давайте закончим. Всем пока, удачи. Третью часть я также посмотрю. Ледниковый период, что-то все сдохли. Че все мертвые-то, я не пойму. Пидорас, а? Уйди из двери, сволочь. Ту-ду-дон, ой. Ой. Ой, смотрите, аж целых трое. На, 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 кушай, кушай, сука. Сволочь такая. А, меня кушают. Ладно, ребята. Всем пока. Удачи.